What's it like inside your mind, my dear? And do you find it terrifying? В Европе прям такая зеленая-зеленая трава. Мы сейчас, кажется, находимся где-то на границе со Швейцарией, а едем на вот таком вот автобусе FlixBus. У нас остановка на 45 минут. Здесь вот такой вот торговый центр небольшой. Можно взять себе покушать. Здесь супермаркет и есть Бургер Кинг. Мы вышли из метро и... Дошли до отеля. Сейчас будем заселяться и сразу пойдем в центр. Покажу вам вид из окна. Живем мы на улице Виа Равелла. Здесь находится наш отель. Это считается с центра Милана. Такая небольшая улочка. Что ж, сбылась моя мечта. Мы прилетели в Милан. Вы не поверите, как я счастлива. Просто я не могу. Вот знаменитый Дуомо. Здесь очень много людей, поэтому не смогли сделать нормальное фото. Думаем прийти завтра рано утром. И сейчас хотим пойти в галерею. Вся эта красота была несколько лет в моей карте желаний. И сейчас мы здесь. Сейчас сели покушать в ресторане Фифи, заказали пасту. Сейчас будем пробовать настоящую итальянскую пасту. На самом деле здесь капец как много людей, и лично нам с мамой такое не особо нравится, когда прям такое столпотворение. Мы заказали вот такую вот пасту с морепродуктами, у мамы то же самое. Попить мне безалкогольные пинаколада, у мамы мохито. Стоим в очереди за каким-то мороженым. Кажется, оно вкусное, раз все здесь стоят. Самый прикол в том, что они ложат его как розочку, типа, собирают. Всем доброе утро! Сегодня мы проснулись в 7 часов, чтобы пойти делать контент возле Дуомо. Мы живем практически рядом, но уже, кстати, на улице много людей. А потом мы хотим пойти позавтракать в одно красивое заведение с видом на Дуомо. И остальную часть дня мы хотим посвятить шопингу. Ранний подъем точно этого стоил. Смотрите, как красиво. Короче, не мы одни такие умные. Все сюда приходят рано утром, чтобы пофоткаться, пока нет людей. В этом ресторане мы вчера кушали, но, честно говоря, было так себе. В каждом магазине есть очень крутые инсталляции и ощущение, как будто ты ходишь реально, знаете, по музеям. Например, мы вчера заходили в Монклер, я не успела там снять, и в Луи Виттоне было красиво. Это знаменитый итальянский оперный театр Ла Скала. А здесь находится, получается, площадь возле этого театра. И здесь на площади стоит такая вот статуя Леонардо да Винчи. Мы пришли позавтракать в такое вот красивое место с видом на Дуомо. Какая у меня мама красотка просто. Мы сюда пришли ради этого невероятного вида на площадь Дуомо. Я заказала себе вот такие вот панкейки, потом айс спэнш латте. У мамы такой круассан фисташковый и латте. Мы приехали в крупный шопинг-центр возле Милана, Сировали называется. И пожелайте нам удачных покупок. Надеюсь, сегодня шопинг будет продуктивным. Мы уже обошли все магазины, шопились примерно 5 часов. Решили сейчас поесть, потому что капец как проголодались. По моему уставшему виду, наверное, понятно, как мы сильно устали, но на самом деле даже за эти 5 часов мы не смогли обойти многие магазины, но все равно сделали классные покупочки, всем взяли все, что надо, я себе особо ничего не нашла, в принципе, у меня все есть, и сейчас мы пришли поесть в место Вока Мама, называется, рамен, вот, с креветками. Порции здесь офигеть какие большие.
Если что, апдейт по рамену – это просто спагетти в каком-то немного остром супе. В общем, вообще невкусно особо. Доехали мы сюда на вот таком вот автобусе. Очень удобно. 20 евро с человека туда-обратно. И, кстати, у нас остановка была в... Нас забирали, то есть, дом. Это очень удобно. Это наш последний вечер в Милане. Сейчас вот гуляем и просто кайфуем от всей этой атмосферы, от этой красоты, от этого города. Милан, мы с тобой не прощаемся, говорим до скорой встречи. Уверены, что сюда еще не раз вернемся. А сейчас идем в Starbucks, чтобы перекусить перед отъездом. Вы просто смотрите, какой офигенный Starbucks здесь. Он находится в здании бывшей почты. И это, кстати, единственный Starbucks в Милане. Просто невероятно красивый и большой. Мы взяли вот таких вот два латте больших. У меня брауни, у мамы такой вот клубничный пирог. Здесь, кстати, меню немного отличается. На обратке мы уже взяли билет на поезд. И вы просто посмотрите, как круто выглядит центральный вокзал в Милане. Поражает своей архитектурой и невероятной красотой. Очень круто. Мы даже не ожидали.